дорогие друзья! В этот праздничный день мы рады приветствовать всех, кто причастен к празднику «День шахтера Гарника». Коллеги, добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер все присутствующие и те, кто сегодня находится на рабочей смене. Учитывая такое красивое начало, которое было танцем, хотел же сразу сначала поблагодарить город ДК, коллектив, который организовывает такой праздник. Но тем не менее, положение и день обязывает. Ура шахтеру! Можно сегодня сказать ура, наверное, любой профессии, но сегодня мы говорим только о дне шахтера, и тем более, что сегодня, а точнее в это воскресенье, будет праздноваться 70-й раз юбилейный праздник Дня шахтера. Этот день был учрежден в 1947 году на фоне вот того послевоенного восстановления Донбасса, когда практически, ну в первую очередь, конечно, жители Донбасса, жители всей страны принимали огромное участие в восстановлении практически на тот момент, да и я думаю, что и по сегодняшний день, одного из самых крупных, мощных угольных бассейнов тогда страны, сегодня в целом, наверное, земли. Я еще раз вас поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья и хорошего настроения, и просмотреть концерт, он всегда очень отличный. Отремела гроза, свежий воздух, сладкая потока, шелестит ветерок между лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась неверанда над Россией моей, над Россией моей. Улыбнулись цветы, поднялась неверанда над Россией моей, над Россией моей. Слушайте слова поздравлений от депутата Назаровского городского совета депутатов, руководителя депутатского объединения Евгения Петровича Лукьянова. Уважаемые земляки, невозможно переоценить труд шахтера. Конечно, не тот уровень добычи, как было во время Катека, но все равно ваш труд дает уголь, а это значит и тепло, это значит и свет в дома сибиряков. В условиях Сибири это очень важно. Все-таки было сказано, что частичка назаровцев – это ваш коллектив. Я думаю, это очень скромно. Все-таки шахтеры – скромные люди. Частичка – это большая. Как раньше вот считалось, что там земля стоит на трех китах, так вот я думаю, что Назаровская стабильность, вот она стоит на трех китах. Это наша ГЭС и два разреза. Вы обеспечиваете нашу стабильность. И это невозможно переоценить. Спасибо вам за это. Хочется пожелать, чтобы вы действительно имели достойную зарплату, достойную жизнь и видение вперед на 100 лет, что ваша работа будет нужна и востребована. И от имени депутатов разрешите вручить вам почетные грамоты и поздравить вас с профессиональным праздником.